трансляция с парада военно-морского флота России 2017 получилась так, как получилось. Я сделал все, что мог. Я поехал туда, сделал безлимитный интернет, прямую трансляцию. Но качество интернета там соответствующее, тем более на набережной. И качество интернета, скорость интернета не хватило для качественной онлайн-трансляции. Поэтому я снял для тебя все главные моменты парада военно-морского флота 2017 в Севастополе. Подписывайся на канал, поставь лайк. Смотрим.
Ура, Россия! С днем военно-морского флота! Подписывайся на канал, дальше будет только интересней. Надеюсь, на следующий год они сделают быстрый интернет, и мы нормально посмотрим онлайн-трансляцию. Я тебе ее сделаю.